Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! А день действительно сегодня прекрасный, но не все коту масленица. И не все любителям рок-музыки на рок-концерты ходить. Иногда надо детей и жену выводить в цирк, в свет, на всякие светские мероприятия, на мюзиклы. Вот сегодня у меня такой день. Родные и близкие захотели сходить на какой-нибудь мюзикл или оперетту. А тут как раз в театре оперетты московском показывают мюзикл с очень романтичным названием «Куртизанка». То есть «Женщина с пониженной социальной ответственностью», как говаривал наш президент. Очень романтичное название. Поэтому они уговорили меня сходить. Вкратце расскажу вам, что я узнал про эту постановку. Это некая фантазия на тему событий, происходивших в Венеции аж в 16 веке, в момент ее рассвета, с классическим сюжетом всех времен и народов. Девушка из бедной семьи влюбляется в юношу из богатой семьи, да еще к тому же из очень знатной. Юноша тоже в нее влюбляется и даже предлагает ей руку и сердце, но дальновидный папаша запрещает ему даже думать о мезальянсе и женит его на представителя богатого рода. Осознав, что замужества ей не видать, она становится вначале просто куртизанкой, а затем, работая над собой упорно, становится образованной, продвинутой и блистательной женщиной, лучшей куртизанкой в Венеции, заводившей романы с разными самыми богатыми и высокопоставленными венецианскими мужами. То есть на наших глазах скромная девушка становится обольстительной куртизанкой. И даже по поручению дожа Венеции переспала с королем Франции и тем самым помогла венецианцам получить поддержку французской короны в борьбе с Османской империей. А ее возлюбленный так и не обрел семейного счастья, так как любил только ее. И более того, с годами любил ее все сильнее и сильнее. И несмотря на ее заслуги перед Венецией и богатыми венецианцами, коварные завистливые люди и обманутые жены натравили на нее святую инквизицию, которая хотела сжечь ее как ведьму. Но все кончилось хорошо. Вот такой вот закрученный сюжет. Думаю, что все должно быть сделано достойно, так как, во-первых, это достойный театр, всегда делающий качественные постановки. А во-вторых, в главных ролях заявлены народные и заслуженные артисты. Но кто конкретно будет играть в спектакле сегодняшнем, узнаем из купленной нами программки. Зато более конкретно я могу сказать о композиторе, написавшем музыку к мюзиклу, и о режиссере-постановщике. Музыку для спектакля написал Александр Журбин, очень известный советский и российский композитор. Понимаю, что молодежь может его и не знать, поэтому немного расскажу о его работах и заслугах. Он сочинил музыку для 3 балетов, 12 опер и 30 мюзиклов помимо «Куртизанки». Он создавал и симфонии, и разные классические произведения. Он сочинил музыку к 6 мультфильмам и для десятка кинофильмов, наиболее известные из которых «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Эскадрон гусар летучих», «Быстрее собственной тени», «Женатый холостяк», «Московская сага» — это те, которые я помню. И еще на музыку Александра Журбина исполняли песни и Иосиф Кобзон, и Тамара Гверцетель, и Михаил Боярский, и Николай Караченцев, и Наталья Ветлицкая, и Кристина Арбакайте, и Николай Басков, и еще множество певцов и артистов. Но для любителей рок-музыки, наверное, будет интересным тот факт, что в 1975 году он написал музыку к первой российской рок-опере «Орфей и Эвридика». Ну, так называли они ее, рок-опера, которую исполнял вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». А исполнителями главных ролей были Альберт Асадуллин и Ирина Понаровская. В моем понимании, это, конечно же, была никакая не рок-опера, а обычный мюзикл или музыкальный спектакль. Просто слово «рок» тогда было очень модным. Но в то же время в Советском Союзе это слово было запрещенным практически. Поэтому Журбина принудили назвать пластинку «зонг-оперой» от английского слова «song», то есть «песня».
Тем не менее, эта опера была популярной среди советских людей, очень популярной. Даже фирма грамзаписи «Мелодия», она была единственной фирмой грамзаписи в Советском Союзе, даже выпустила по ней отдельную пластинку в 1980 году. И еще один интересный факт по поводу этой зонг-оперы. Она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как больше всего сыгранная одним и тем же бессменным коллективом. Более 2000 раз, я точно не помню сколько, но так вот было на то время, когда вносили. Так что можно сказать, что Александр Журбин тоже рокер, так как хотел назвать свой мюзикл рок-оперой. Вот такой вот замечательный и заслуженный человек. Кстати, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Вот именно он и написал музыку к мюзиклу «Куртизанка». И почему-то я уверен, что музыка там будет прекрасная, так как он, во-первых, крутой и опытный профессионал, высокообразованный, во-вторых, великолепный мелодист, что подтверждает его многочисленные песни. А для мюзикла это очень важно, мелодизм. Это в роке можно лаять в микрофон, рычать, скримить и гровулить, там это прокатывает, даже если это делаешь на одной ноте. Главное энергично и желательно неистовее кричать в зал под тяжелейшие звуки гитары барабанов. А на мюзикл люди ходить не будут, если там не будет мелодичной и чистой музыки. Теперь немного расскажу о режиссере-постановщике мюзикла. Это Алина Чевик. Человек также известный в музыкальных и театральных кругах. Она являлась режиссером-постановщиком мюзиклов «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина», которые недавно шли везде, в Москве. Отзывы о которых в прессе весьма похвальные. А также она была режиссером-постановщиком музыкальных спектаклей «Маугли» и «Орфей в аду». И опять я обрадую любителей рок-музыки. Алина Чевик также имеет некое косвенное отношение к року, так как некогда поставила в театре опереты в этом же музыкальный спектакль «Джейн Эйр». Вы спросите меня, а какое отношение Джейн Эйр, бедная британская золушка из 19 века, имеет к рок-музыке? Тогда и рок-музыки еще не было. На что я отвечу, что у нас есть известная питерская рок-группа «Джейн Эйр», играющая тяжелую рок-музыку, у которой, правда, слово «Эйр» пишется по-другому и означает не имя и не фамилию, а воздух или атмосферу. Но слышится название почти точно так же – «Джейн Эйр». Так что связь с рок-музыкой, по крайней мере, с российской, здесь очевидная у Алины Чевик. Поэтому, с учетом того, что Александр Журбин пытался делать рок-оперы, а Алина Чевик делала постановку музыкального спектакля «Джейн Эйр», можно сказать, что и я, и вы вместе с нами сегодня косвенно прикоснетесь к рок-музыке. Потому что мы сейчас едем в Москву смотреть мюзикл и слушать, я уверен, отличную музыку. Явиться в мир, чтоб положить и прочего коварства. Один мне будет сладко жить, один мне будет сладко жить, другой умрет от пьянства. Но мы же будем всегда любимы. Никуда сердце кричит нет, но я говорю да. Злой дракон, злой дракон, красоток юный пожирал. Не жаль то дерево, что раньше расцветало, оно бумагой для бездарной рифмы стало. Я для тебя сравнение найду, правда неплохо смотрится в саду. Понять мое сравнение несложно, но слушать пение за твое пение я приди, да кошка похотливая в обид. Простите!
пределами страны. Но испан не слишком толстоногий, англичан не слишком холодный. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот представление и закончилось. И пока там в раздевалке люди стоят в очередях, я кратко подведу итоги и поделюсь своими впечатлениями. Знаете, я удивлен, если честно говоря. Вот это самое главное впечатление и самое главное чувство, которое меня вот сейчас пронизали после просмотра этого мюзикла. Вот это удивление. А знаете, чему я удивился? А я удивился таланту Александра Журбина и Алины Чевик. Александр Журбин, вы поняли, да, композитора, который написал музыку к этому мюзиклу. Что меня в этом поразило? Этому человеку 75 лет. Там настолько энергии в музыке заложено. Ну, потрясающе. Теперь дальше я поразился, конечно же, Алине Чевик, режиссеру-постановщику. Чему я поразился? А тому, что сделано было просто безупречно. Все мизансцены выстроены. Потрясающая хореография. Потрясающий реквизит, костюмы. Все отточено до мелочей. Великолепно. И я аплодирую всем участникам этого спектакля. Там прекрасен был и хор, и оркестр, живая музыка в яме, просто прекрасно в оркестровой, и балету, и прекрасные вокальные партии, и сольные, я повторюсь, и хоровые, и сольные, все вместе, вот так вот сделано. И еще что хочу сказать, ну, я по роду своих занятий очень часто хожу на различные рок-концерты. И поэтому вот это, вы уже знаете, у меня музыка начинает ассоциироваться с этим харшем, скримом, гроулингом, этими рычащими гитарами. А здесь я попал в мир чистого вокала, открытого и абсолютно чистых нот. Вот честно говорю, я сидел слушал, я не услышал ни одной фальшивой ноты. Ну прям... Просто я попал в мир вот этих вот чистой музыки. И поэтому я получил колоссальное удовольствие. И эстетическое, и визуальное, повторюсь, и музыкальное, слуховое удовольствие. Я всем рекомендую побывать на этом спектакле. И что я еще хотел бы отметить? Я еще хочу отметить либретто и стихи. Ну, имеется в виду в песнях. Это Вячеслав Старчевский, если я не ошибаюсь, и Сергей Плотов. Вот так вот сделано. Почему хорошо сделано? Потому что не было пафосности. Несмотря на то, что это вроде бы как мюзикл, никакой пафосности. И вроде бы и сюжет, ну, казалось бы, ну, стандартный избитый сюжет. Мезальянс, встреча бедной девушки с богатым этим, какие-то надежды, ну, избитая тема, но
все было настолько просто, вот между песнями говорилось простым русским языком, таким, как мы разговариваем. И поэтому там не было пафоса, и не было ханжества, и не было натянутости. Это было из нашей жизни. Вот это вот мне очень понравилось. Вот эта простота разговорной речи, связующей вот этот все песни. И, конечно же, отмечая всех, кто создавал этот спектакль, нельзя не отметить главных героев. Наталья Быстрова исполняла главную роль. И Павел Иванов. Поэтому аплодирую всем участникам спектакля. Великолепные голоса. Прям я получил удовольствие колоссальное, эстетическое. И еще, сюжет был абсолютно понятен. Никаких недомов, все очень было понятно. То есть, и поэтому я аплодирую всем тем, кто создал этот спектакль. И всем рекомендую на него сходить. Вот такое, получу удовольствие, да? Я получу удовольствие, не знаю, как кто. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны мало щупы.